Сегодня приготовлю вкусные лодочки с болгарского перца с фаршем. Первым делом приготовлю рис. Рис промываю несколько раз под холодной водой. Кастрюлю с водой ставлю на огонь, довожу до кипения, слегка подсаливаю, выкладываю рис и провариваю 5-7 минут с момента закипания. Отварной рис выкладываю на дуршлаг, чтобы стекла лишняя жидкость и рис остыл. Лук нарезаю на кубики. Сковородку ставлю на средний огонь, наливаю растительное масло, выкладываю грибы и обжариваю до готовности. Добавляю лук и обжариваю еще 5-7 минут. Готовую зажарку выкладываю на тарелку и даю остыть. К фаршу добавляю соль, перец по вкусу и любые приправы, которые вам нравятся. У меня приправа сушеные томаты с чесноком. Добавляю зелень сухую, рис и зажарку. И все хорошо перемешиваю. Начинка для перцев готова. У меня вот такие вот большие, огромные болгарские перцы. Вы можете взять любые перцы. Разрезаю пополам и удаляю середину. Форму для запекания смазываю растительным маслом, выкладываю лодочки с болгарского перца и начиняю фаршем. Перцы с фаршем смазываю сметаной обильно. И отправляю в разогретую духовку при 180 градусах на 45-50 минут. Через 45 минут достала болгарские перцы из духовки, посыпала сыром и зеленью и отправила еще на 10 минут в духовку. Вот такие вот сочные, вкусные болгарские перцы с фаршем у меня получились. Готовьте с любовью. Всем приятного аппетита!